Всем привет, друзья. Время идет, а Тимберы также попадаются к нам в мид, хотя я предложил его забанить. Видимо, только я его кинул. Так, ну что? За рейдинг я еще не играл. Или играл? Ну, короче, это не важно. Кстати говоря, всем, кто кушает, приятного аппетита. Потихоньку привыкаю говорить это сразу, потому что знаю, что многие... Потому что знаю, что многие кушают. Ну, кстати, за рейдинг не особо что-то поменялось. Также можно изи ставить вард сюда. За дайр только вот здесь я пытался ставить. То есть сюда встаешь и сюда на 20-й дропаешь. Здесь уже нереально. Только если как-то обойти, встать за это дерево. Но это тяжело. А, это тимбер топ. Это эмбер медовый. До сих пор не могу найти себе какой-то оптимальный билд. Долго думал, так как щитка больше нету. Щиточка нету, поэтому, соответственно, альтернативы нету. Крипы теперь очень сильно бьют. Нельзя просто побежать и под крипами задавить. Так, ну, про клинза в этой игре можно забыть. Давайте всех размутим. Предиктить в этой игре не буду. Особенно после ФБ. О, я еще и отлечу сейчас, охуй. Кажется, ты распиваешь. Это гений блочит, да? Так, без фейрика, значит. Вкусно. Батя там настреливает. А, РНЖа не добью. Кстати, многие уже заметили, насколько сильно изменился урон Тавара. Не, парни, пока ебем. Если не только второго. Не первого, второго. Видал, да, пассивочка? Ебать, у него отлетает, ебучка. Ну, сколько же они разговаривают? Это жесть. У меня фэри фарбит. Сука, где мой щит? Чё? А, у меня это... У меня фласка есть. Бать, надо второй мне, если мы будем сноуболить. Мы будем сноуболить против Тимбера и Акса. Чувак явно спит. Я стан беру. Так, беру в двойку рот. Я отведу. Я... Чего это за хуйня? Че он там себе принес? Ну, тэчус, блять, хуйню делаешь. Не там гус. На тачке. Кстати, вот так, если стоять, всегда видно этот проход. Раньше не было видно. Все, надо их убивать под пассивы. Ладно, я пойду. Ну ладно, не пойду. Бать, охуел. Наверное, надо было второй... А, ты взял. Я взял. За 13 секунд. Но мы никого не убьем. Вот это. Парни, я вообще не стакаю. Так, два брейсера, сейчас он меня вообще не будет дамажить. Сейчас стакну, я отведу. Все-таки очень чувствуется, только что я, регена дальше. Меньше. Проебано. Десять секунд у меня пак будет. Так, вот так. Помогите большого крипа забрать. Уже и щиток не так легко снимается.
Да, я заберу. Все уже. Бля, это же здесь лавки. Так, где теперь выгоднее фармить? Вот этот спот. Проесть два дерева и зафармить. Или все-таки вот этот. Надо уже определиться. Ой, я сейчас бот на хосте прибегу. Убьем. Давай. Крим срока дает. Есть там. Пихук. Нормально. Хорош, да. Так, я стаки пошел делать. Десяточку сделал, падик. Так, у меня сейчас шестой будет, надо будет попытаться его сожрать. Кстати, возможно, в этой игре надо взять три брейсера. А возможно и нет. И захватить нужно это дерьмо. А, или на десятый. Десятый. А, он уже закачал спот. Все, мы тоже идем. Извиняюсь, пятая минута. Халявные шмотки. Всего. Надо бежать. Да, с обновой. Надо две пачки успеть закачать. Блин. Че, пассивка, Макс? А, да. Пофиг, что он мид пушит, я не хочу с ним драться, я хочу качать лесок. Там катапульта будет сдерживать все. Бля, почему ничего не падает? Прям как-то аж грустно. Не успел съесть. О. Ем тут только я, что он там хотел съесть. Потихоньку начинаю задумываться о том, чтобы брать пассивку в двойку. Пока только задумываюсь. На рун, естественно, не везет. Я хочу, чтобы мне какая-то шмотка выпала. Хоть какая-то. О! Найс. Три ветки я должен купить себе. Видит на старте. Бля, соли. Да, три ветки же. Какой-то звук, это мы захватили. Не, это мы не захватили. Так, там кунки очень тяжело, я не могу им пока помочь. Бать кунка на самом деле пиздато стоит. Много раз сдох против. А, хорош. Я бегу в бот опять. Давай. Надо в боте им помогать, чтобы Клинкс чувствовал себя более-менее нормально. Где Венга? Тут вард, походу. Да, вот тут помню. Бля, там кунку ебут, надо было пораньше сказать, мы бы телепорт сделали. Мне кажется, где-то здесь. Парни, я, короче, пошел лед фармить. Он надо. Где-то много всего. Так, надо стакнуть сейчас. У Тиммера будет очень много, но я, честно, не очень боюсь Тиммера. То есть еще этих стакну. Какой там седьмой у Эмбера? Неужели с руной опять не повезло? Бля. Может, Сагрик туда на мины, наверное? Грим в миде. Угу. Не хочет валить отсюда. Ну, задняя вот там. Да, я так. Ну, он без щитка, значит, все. Ничего не может. Огромный. Так, прикроем себя.
Что-то по шмоткам, если честно, мало дают. Я лечу бот. Бля, куда он бежит? Кушайн? Там эмбер может пойти, кушайн. Все, наверное. Все на шрайн. А он уже бежит. О, он с задашкой. О, бля. Бедный Клинкс. Так, ну с Тимбером у нас сейчас вообще ноль шансов что-то сделать. Кунг пусть там терпит, получает хоть что-то. У него Пурмен, кстати, который он где-то раздобыл. Так, мне надо побольше качаться. Я пойду сейчас тут. Нам пиздиться нужно за этот здание. Здесь мины, они не пойдут. Хорош. Там какой-то руна и бежит Акс. Найс. Или нет? Так, надо куда-то подальше этот вард втюхнуть. У меня есть блинк, сейчас бот подойду. Я не знаю, что с Тимбером делать, нам плюс один еще нужен будет. На тычку по гриму успеть? Да. А подцепишь его? Я сажу. А? Ну, ну забей. Тимбер урну надо. Я сделал. А, ты сделаешь, окей. Не, я лотар хотел грейзнуть, там три пассивки, типа. Лотар, чебануться. Да не надо, это иди. Лучше он не пропустит. Нет, я не сразу его делал, я его позже сделал. Бля, лотар, конечно, на этом персе не самое крутое, что я видел. Давайте сюда на руну. Парни, телепорт нужен сюда. На Т1. Да, блядь, не успеваю. А как же он кривый корабль кинул, это пиздец. Он мог сюда дать, я бы выжил. Чем мне купить такого, чтобы я мог как-то переживать все это дерьмо? У меня пока нет идей. Ну, он сдох, кстати. А, где Тимбер, нас не должно быть. Пиздец сильный. Было бы забавно, если бы сейчас случайно нажал пилу. Так, у Тимбер 12 уровень, это пиздец. Мягко. Да, губим. Ну, там обучали. Ой, я этого ликунки заебись. Бать, там все снизу они. Ваша нижняя башня разрушена.
Ебать, ты спиздил, что спиздил? Знаешь, а, я тебе сейчас дам эту хуйню одну. Да. Можешь мне тоже запулить? Вообще тема пиздец. Так они выпадают на пол или как? Второй зарядик. Или когда ты убиваешь, они автоматически даются тебе. Ну, я дал тебе. Давай захватим, подойди сюда. Я... Сейчас там миди еще. Идет траблы, парни. Так, ну у Эмбера все равно 11 уровень. Там сейчас тащит только тиммер, по сути. Поджиг дай меда. Ладно, все. Чисто покормил чела. У меня пока вообще нет никаких идей, что нам с тимбером ебучим делать. Они дальше идут. Сейчас прилетим. Я лечу уже. Как ты игнорить тимбер ебучего? Вот этого убить сначала. У него этого нет маны. Не тимбера, парни, мы его не убьем. Там поразбивали уже. За ним стан. Задоджил. Да, парни, мы его вообще не можем никак. Не трогайте вообще этого тимбера ебучего. Надо Эмбер убить. Они отвлекаются на тимбера, и поэтому мы не можем ничего сделать. Окей, они опять идут. На самом деле они ничего не получают, они не фармят. Может, Тимбер Скай. Может, я его сюда свапну на мины? Не хватает рыжа. Это мало, но может что-то. У них сейчас просто акс качается, они спейсят для него, рыжа по сути. Не хватает. Это? Как же ему больно. Я лечу сейчас. Не очень хорошо вышло. У нас Клинкс под снюсом каким-то, я не знаю. Какой-то вообще потерянный, жесть. Это при том, что я к ним два раза на линию пришел, у него все плохо. Так, у меня 2000. И они снова идут. А, они еще и видят нас. Видят нас, походу. Хотите. Ну, хорошо. Ну, вот так, че, можем поубивать их? Бля, вот так вот пиздец, чтобы урон был. Ну, го, похуй. Го, ебем, ебем. Там Седрик поставил, Седрик поставил, да. Ничего? Ой, блядь. Че? А у нас? Ну, они нас как будто видели. Да-да-да, там где тварь стоит. Хуй поймешь где. Я убегаю на хосте, я убегаю просто, видите.
А убить его? Все, валим. Я на шайну будет, пойдем со мной. Окей, 3200, походу. Ебать, там три варда уебали. Походу радик. Как мы любим. Или может догон взять чисто? Пошот этих. А, давайте аганим затестим. Линза аганим. Сначала аганим давайте. Мне кажется, надо это прикольно. Они сейчас идут сюда. Вард ставить. Как раз 20-я минута. Понимает, что они здесь рядом. Ой, пизда ему, да? Нормально он спейсит для нас. На самом деле тимбер в лейте это уже такой, знаете. Блять, я убил тимбера такого огромного, а мне даже одного лова не дали. Ой, ебать, он тебя поймал. Дроны, парни. Там активка в боте. А мы не можем вверх, сверху телепорт делать, тимбера убить? Я сейчас гримстрок. Понял тебя. А всем силам, а там Акс идет, там все идут. Давайте убьем. Парни, там сзади все челы. Вы хотите тимбера убить? Все, тогда отойдем. Я сейчас ультой летал, вот это. Акс, не стойте вместе. Ага, найс. Класс. Вашу центральную башню атакуют. Извините, а где моя способность? Что это значит? Подождите. Вашу центральную башню атакуют. А, да, я же должен через R нажимать, все нам. Я думал, все равно должна появиться клавиша D, типа. Все нормально. Забейте. И линза мне нужна. Линза по причине того, что... С огромной ренджи можно жрать и спасать союзников. Давай, выйди нынче. Потом сделаем какой-нибудь догон и Октарин. План такой. О, смотри, там Эмбер. Кого-то надо убить. Я хочу кого-то сожрать из наших и пойти драться. Игра теперь 100% будет намного дольше в лете длиться, это уже чувствуется. Давайте в топ играть, у нас там что-то типа мины есть, да? Так, ну главное, чтобы сейчас клинза не убили. Аккуратнее в боте. Бля, его сейчас убьют. Да, ему пизда. А, нет, хорош.
Тогда надо либо сплитить, либо дефать тавр. Тавр. Куда они хотят дефать? Якс. Не вижу акса и страшно, если честно. Подойди. Сейчас не понял. Ну я тебя просто съел. Просто съел. Я просто съел. Клинк сдох только. Это чё за прикол? Это чем можно меня просто съесть? Аганим теперь так работает. Это у Венги фича такая. Ну как гули раньше. Чё, всё? Ну и ты хилишься. Как от Тараски. Да нахуй ты его собрал? Чисто похилить? Нормальная тема. Там кулдаун 10 секунд ульты. Ну или 11. Так, вот... На вот эту надо что-то типа БКБ купить себе, чтобы чувствовать себя комфортно. Всё, Тэч исключился в игру. Чё, у Оксаны? А, у него гем типа? Там была руна. О, может на Тимбера выйдем? Там силом. О, можно мне вот эту вот баллу? Да, она мне вообще тоже неплохо заходит. Не очень затаймил. Что-то за тайминг у него такие царские были. Нам главное акса видеть. В принципе, я могу из-под агро спасти любого. Он будет агро, я прыгну и тут же спасу. Баника, можешь дать мне вот этот лук или чё-то? У меня лук. А ты будешь кого-то пиздить? У тебя хватит вообще слотов? Да не, забей. Я думал, там просто КД... КД нет. Ну, вроде я Кунку спас, да? Не, не спас. Надо до БКБ дожить, а то пизда. Они ещё просто отсюда зашли, да? Ну они просто зашли, убили всех. Да Макс нормально ворвался в троих. Я кого-то попытался засейвить, но нихера. А он не взорвал его? Я понимаю, что мы не выигрываем это и не выигрываем сейчас, но это забавно. Чувак еще нажал второй. Так, а не Рошань, скорее всего. У нас пока Клинкс не включается в игру, у него 1.7 до сих пор, и у него Рошань МБ. То есть он сейчас купит себе Аганим, ему надо будет еще БКБ. Я могу уже начать минером. Ты сейчас не сдохни. Так, по шмоткам, на самом деле, этих шмоток очень мало падает. По ощущениям, прям очень мало. То есть, вот все, что нам выпало.
Там ДДшку не. Мне надо БКБ докачать, чтобы меня Тимбер не убивал. Он очень много урона наносит. Я уже просто молюсь, чтобы мне хоть что-то выпало из шмоток. Вообще ничего не падает, то есть... Все, и сейчас можно купить уже что-то. Типа Октарина, Шивы. Че они все тут забыли? Крышану что ли стягиваются? Может крысу пойти второй этот захватить? Аванпост? Чтобы они опыт не получали. Там гем. Сейчас начнется. Надо будете забрать. Надо захватить, да. И... Мы отсылаем, да. Там 6 секунд топать. Не, на 30 типа дают опыт толку. А. Произошел захват, скажем так. Мы всех видим, можем что-то два побить. Он спейсит. А там Тимбер летит. Можем на отходе? Нет, не надо. Не, на распуш, бля. Не, я про вот этих говорю. Хоть я бегу на нее, урончик бы. Нормас. Ура, 35 на 30-й. Пиздец. Ну, тут руна, воу. Как у моей легионки. Хуйня это, я бегал плюс 200, брат, убивался в звук тычек. О, вот эти ноги, это ж пиздец, понял, это заебись. Ну что, догон. Из... хочу рофлить. Я хотел линзу купить, но походу по темпу не успеваю. Блин, из-за того, что теперь... Ноги реально, бля. Из-за того, что теперь лавок нету, здесь ТП не купишь. То есть надо сразу купаться... Миллион ТП-шек. На всякий. Че, у Тимбера? У него какие-то шмотки, я пока не могу разобраться, что это. Тут кто-то еще? Там курица летела, я видел. Не, не Тимбера. А, у него лотос. Сейчас, с кункой можно. У меня БКБ. Они все на меня потратили. Вы не на того напали, друзья. О, еще плюс дэмэдж. Ну... Где манки, тачка? Заебись. О, тут гем, лол. Кто у нас саппорт? Венга, да? Охуенно. Давай тебе бей. А это наше дерево или? Как свар рвет? Тейк дерево. Или наш? Нет, тейк. Надо его срубить, оно же вижен дает. Они вообще могут под смоками подойти.
Угу, найс. Парни, только подожди. А Рошана можем? Не-не, го Рошана заберем. Что это? Верхний шрайн падает с тобой. Вдвоем, быстро, быстро, быстро. Давай, давай, давай. Опа. Там ДД снизу еще. О, ДДшка, ДДшка. Еще шрайн нажму и подойду. Как у меня... Слушай, я тоже. Райдов не сдохните, блин, он же пизда. А, тимбера, тимбера. Найс. Я там жил. Ну нормально. Ну я переживал за тебя. Он же вроде хилить еще должен, не? Ну я тебя сразу выпрямил, бля. Да. Я ж не мамочка тебе. Понял. Таскать его с собой, бля, как ребенка. Прям еще топ ломаем. То есть, когда опыт. Нет, ТП-шки, бля. А есть ботл? Проблема. Сейчас пойду куплю. Дай ему крест. Крест, крест, крест. Бля, крест. От меня. Ёц. Бля, мы их сейчас не сломаем. Потом летайся. Могу тревела купить. Прохудение. А Макс уже резнулся. Макс там был все это время. А, да Макс был точно. А, не сдались походу. Просто бей. Чисто вдвоем с кумкой поверим. Хорош. Все, парни. Клинс, конечно, был пьяный, но мы все равно выиграли. Найс. Т-чка потом проявил себя. Кайф. Все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем пока. До следующего видоса.